Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение. Опыт в продажах приветствуется. Телефон в Самаре 226 65 66, добавочный 304. Требуется помощник руководителя отдела. Телефон в Самаре 8 964 982 03 83. Оптовой компании требуется вахтер-диспетчер. Зарплата 23 тысячи рублей. Графики работы 2 через 2, 3 через 3 дня. Телефон в Самаре 8 905 300 07 46. Крупную компанию требуются логист, зарплата 23 700 рублей, лектор, зарплата 22 500 рублей, администратор, зарплата 25 600 рублей, опыт приветствуется, телефоны в Самаре 248 07 96 8 927 208 08 57. Ассоциации структур безопасности и охраны, агентство безопасности в связи с расширением деятельности требуются охранники 4-6 разрядов для работы в банках, офисах, на производственных площадках. Графики работы по выбору. Зарплата от 14 тысяч рублей. Телефон в Самаре 202-02-63. Строительная компания «ОРС» предлагает услуги по ремонту квартир, балконов, офисов и иных помещений. Консультация, замер, смета бесплатно. Телефон в Самаре 277-19-39. Продается дача в поселке Студенцы 2, участок 6 соток, двухэтажный кирпичный дом, 4 комнаты, общая площадь 30 квадратных метров. Есть вода, свет, две металлических емкости под воду, сантехническая кабина под туалет и душ. Цена договорная. Телефоны в Самаре 8 902 378 36 17, 8 927 736 06 01. Продается дача в садово-дачном товариществе «Газовик», село Преображенко, Кинельский район. Участок 6 соток с блочным домом. Есть газ, свет, летняя вода, баня, душ, теплица. Круглогодичная охрана. Цена договорная. Телефон 8 927 687 0405. Продается дом в Похвесневском районе, село Подбельск, улица Пионерская, дом 11. Площадь дома 54 квадратных метра. В доме 3 комнаты, газ, вода, туалет на улице. Участок 15 соток. Есть сарай, погреб, баня. Возможна оплата материнским капиталом. Телефон 8 937 204 40 49. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала «Работа.ру». Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя».
улица Советская, 29. Телефон 215-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты – реклама@губерниятв.ру.